А Мичка и ее 6-летний сын погибли в сгоревшем доме. Пожар произошел ночью на улице 8-я Чередовая. О возгорании сообщили слишком поздно. Когда пожарные машины приехали на вызов, здание уже было объято огнем. Из горящего дома спасатели успели вывести двух человек. Сразу за ними обрушилась крыша. На месте погибли молодая женщина и ее ребенок. Огонь перекинулся на соседний дом. Оттуда успели спастись 3-летняя девочка и ее мама. Пожар тушили 26 человек, работали 3 часа. Частный дом выгорел полностью. Предварительная версия ЧП – неисправность печного отопления. Семья социально благополучная. Жили достаточно хорошо. Ну, отрицательных моментов не могу сказать. Единственное, что папа не проживал с семьей на данный момент, на момент пожара.